В Австрии ждут свадьбу и Владимира Путина. Президент России будет гостем на бракосочетании главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Невеста пригласила российского лидера еще в июне в ходе его визита в Вену. Накануне в Кремле подтвердили, что Путин заедет на церемонию по дороге в Берлин, где на субботу намечены переговоры с Ангелой Меркель. Австрийская свадьба вызвала резкую критику со стороны Украины. Глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам заявила, что участие Путина в церемонии дискредитирует нейтральность Австрии, которая больше не сможет считаться посредницей в украинских вопросах. Карин Кнайсль стала министром иностранных дел при поддержке ультраправой австрийской партии «Свободы». И представители этого движения, и сама министр периодически высказывают пророссийскую позицию в некоторых вопросах. Сам факт подобного приглашения наблюдатели называют редчайшим. Политики такого уровня обычно не приглашают друг друга на частные, непротокольные мероприятия.